Сканева, похоже, оправилась от поражения накануне и открыла счет уже на старте поединка. Григорий Грязнов броском от синей линии пробил голкипера нефтекамцев. Следующая шайба побывала в сетке ворот Тароса за 20 секунд до второй сирены. Денис Орлович Грудков забил, что называется, гол в раздевалку. В начале третьего отрезка Тарос все-таки сумел отквитать одну шайбу стараниями Егора Сычкова. В соавторах гола Ильдан Газимов и Сергей Варлов. Но на этом все. Сканева забросила еще дважды. Сначала Алексей Ажги. Ихин восстановил преимущество в две шайбы, а затем Кирилл Марченко довел счет до разгромного 4-1 в пользу хозяев площадки. По итогу двух игр в серии 1-1. Следующие два матча 16 и 17 марта Тарос проведет дома.